13 новых информационных щитов с расписанием движения маршрутных автобусов украсит остановочные комплексы Анапы. Сотрудники отдела по транспорту и связи заменят старые щиты, которые были сорваны или испорчены недобропорядочными жителями города. Анапчане и гости курорта при ожидании общественного транспорта теперь точно будут знать, как долго им ждать автобус или маршрутку на остановке Ореховая роща, бульвар имени Евскина, улица 40 лет Победы, Ивана Голубца, Стахановска, Некрасова и других. Подобные таблички уже устанавливали на городских остановках, но многие из них долго не прослужили, а в итоге все исчезли, став жертвами вандалов. Пассажиры были недовольны. В администрации города приняли решение вновь установить информационные щиты на остановочных пунктах общественного транспорта. Я хочу обратиться к нашим гражданам и гостям курорта Анапы. Прошу вас, не портите щиты, не разрисовывайте их. Давайте будем бережно относиться к нашему любимому городу. На щитах указаны маршруты общественного транспорта и время отправления автобусов с конкретной остановки в утреннее и вечернее время, интервалы движения пассажирского транспорта, а также телефон организатора перевозок. Таблички уже изготовлены и в ближайшее время будут установлены на всех остановках.